Обычно мы вспоминаем о своем здоровье, когда оно напоминает нам о себе. Теперь появилась возможность позаботиться о нем до появления каких-либо проблем. Каждый из нас, кто считает себя почти или совсем здоровым, сможет оценить свою физическую форму, получить помощь в избавлении от вредных привычек, проанализировать свое питание, узнать, есть ли риск сердечно-сосудистых заболеваний, получить рекомендации о том, как следует следить за своим образом жизни и сделать себя более здоровым человеком. Сегодня мы расскажем вам о Центре здоровья. Полноценное обследование, консультации специалистов, возможность следить за своим прогрессом. В Центр здоровья обратиться может каждый. Если вы хотите сохранить свое здоровье, изменить образ жизни, определиться с подходящей именно вам физической нагрузкой и питаться правильно, двери Центра здоровья открыты для вас. Вы получите оценку наиболее вероятных факторов риска, резервов организма, прогноз состояния здоровья, индивидуальную программу здорового образа жизни. В первую очередь вам проведут аппаратно-комплексную оценку. Специалист центра измерит ваше артериальное давление, проведет обследование костно-мышечной и жировой ткани, рассчитает индекс массы тела и даст рекомендации в зависимости от результатов. Обследование состоит из оценки физических параметров, которые включают измерение роста, веса, силы мышц. Центры здоровья организованы с целью обучить людей здоровому образу жизни. Центр здоровья, как вот учреждение, да, оно рассчитано на обследование людей, которые для здоровых людей, или людей, которые считают себя здоровыми, да. Потому что если человек имеет множество заболеваний, он так посещает лечебное учреждение, и, в общем-то, посетив нас, мы, в общем-то, конечно, от нас уходят все довольны. С нами очень приятно общаться, как говорится, да? Но дело в том, что целью-то все-таки является как профилактическая цель, предупредить какое-то серьезное заболевание. И поэтому мы нацелены на молодой возраст, на средний возраст, на возраст, который не ходит по больницам, который некогда, на работоспособный возраст, вот такой вот. Но мы никому не отказываем. Приходят все и всех обследуют. В следующем кабинете вам проведут детальную оценку органов дыхания, спирометрии, метод исследования функций вашего дыхания, включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания. Выполняются следующие виды спирометрических проб: спокойное дыхание, форсированный выдох, максимальная вентиляция легких, функциональные пробы. И просто спокойно дышите. Содержание токсических веществ в организме, недостаток кислорода из-за курения и состояние полости рта – все это также можно определить в Центре здоровья. Также вам проведут анализ капиллярной крови на содержание холестерина и сахара. Еще один интересный тест – анализ уровень стресса. В течение 5 минут необходимо нажимать на кнопку по сигналу лампочки. Казалось бы, простейшее исследование, но по нему можно вычислить множество показателей. Анализ уровня стресса. Тест вы проходили, нажимая на кнопочку. Он достаточно простой, но очень информативный, так скажем. Там оценивали скорость вашей реакции на какие-то внешние воздействия. То есть лампочка загорается, вы нажимаете. Тут три оценки бывают. Средняя – это норма. Ниже среднего и выше среднего – это, к сожалению, не норма. У вас получилось функциональный уровень системы выше среднего. Но хочу сказать, что ниже среднего – это патологическая ненорма. Выше среднего – это просто характеризует вас как эмоционального человека. Вы очень эмоционально нажимали на эту кнопочку. То есть вот эта вот скорость нажатия от загорания лампочки, у вас меньше нормы получилось. Ну, то есть вы можете среагировать на стресс раньше, чем еще его получите. Там начинает кто-то, например, вас раздражать, вы, не дослушав его, начнете уже защищаться и атаковать человека. Ну, то есть это такие оценка характера вашего.
Если есть необходимость, взрослые могут систематически наблюдаться в центре здоровья. Вся собранная информация поможет специалистам дать вам индивидуальные рекомендации для поддержания здоровья и коррекции образа жизни. Все обследования проводятся совершенно бесплатно. И это еще далеко не все возможности центра здоровья. Как выглядит портрет сердца, как проверить, есть ли у вас риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и какие еще обследования предоставляет центр здоровья, вы узнаете из следующей программы. До встречи ровно через неделю.